Наталья Качанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10 до 13. А уже завтра председатель постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и юридических лиц с 2 до 5. Более 91 тысячи депозитных счетов для многодетных открыто по программе «Семейный капитал». Без малого 9 тысяч счетов на почти 198 миллионов рублей оформлены уже на период 2020-2024 годов. «Семейный капитал» в Беларуси можно получить после рождения третьего и последующих детей. Досрочно использовать его выразили желание 25 540 семей. 90% заявок подано на улучшение жилищных условий. Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма отмечается 9 ноября. Дата скорбная, именно в ночь с 9 на 10 ноября в 1938 начался массовый еврейский погром в Германии. Хрустальная или ночь разбитых витрин положила начало Холокосту. Всего в мире жертвами стали 6 миллионов человек. В Беларуси было убито и замучено свыше 800 тысяч евреев. МЧС начинает информационную кампанию против неосторожного обращения с огнем при курении. Спасатели задействуют целый комплекс способов обратиться к беспечным курильщикам. Улицы городов украсят яркие билборды. Эфир радиостанции пополнится новой аудиорекламой, которая призывает к борьбе с привычкой беспечно бросать непотушенные сигареты. Гастроли театра «Лонжерон» в Бобруйск перенесены на 2021 год. Как сообщалось ранее, артисты собирались показать спектакль «Этюд» по пьесе Николая Коляды «Нежность». Билеты можно сдать обратно.